Молодежные команды. Сегодня Кубанская столица, главная краевая арена. Вы видите тех ребят, которые появятся как в одной, так и в другой команде. Десяточка та, которая выясняет между собой отношения. Кубань принимает мастер Сатурн из Егорьевска. В фазе соревнований целый ряд футболистов. Так, ошибаются здесь. Малолетов Андрей. И в касании тоже неплохо. А там что? Ну, далеко было Макарчану наносить. Тем более сблокирован. Но Макарчан! И вот, пожалуйста, приходится вратарю уступать в игру. Справляется. Справляется Алексей Кудинов не без проблем. Бережно очень Борисов к передачам относится. Ну, а тут в средней линии уже посложнее. Так, а тут Макарчан в касание. Неплохо. Левтеров, что? С нарушением тут действует. Убегал. Убегал, и желтая карточка у нас первая. Так, удаление. Удаление. Далековато было до ворот вообще-то. Целая группа футболистов. Так, ну здесь дробот. Не увидел ничего судья. Так, касание. А что, Малолетов Андрей включит скорость. Ох ты, какая неудачная передача. На паузе я вот, посмотрите, что тут спотыкнулся. Прошла передача, и тут против организовать неплохо пока в скорости. И назад передача. А что здесь? А здесь? Ой. Убойный момент. Убойный момент. Два игрока на мяче были. На правом фланге атака была. Теперь получаем контратаку. И я скажу, что по Охту справа тоже здорово. Вовремя все. Ну и что дальше? О, ва! Вот вам, пожалуйста, пятый номер Виталий Цикишев. Левой ногой по дуге отправил мяч в перекладину. Голевой, еще один момент. Так, ну у нас Дерейка лежит там на своей половине поля. А вставай. Встает. Ох, какой удар. Такой коварный выглядел, по крайней мере, вот отсюда, с позиции западной трибуны. Но здесь, а что? И там на фланге на левом тоже неплохо. А что, Малолетов Андрей? Андрей запутал. Соперников. Нет, выбрался. Ну вот здесь. Ох, как долго. А что тут? Свалился мяч со стопы. И неплохая атака. Могла бы быть еще лучше. Будь удар Воронцова подачи. Ну давайте угловой. Ну нет. Или нормально. Баранцов пока неплохо. А дальше шестерочка что? Колтаков. Сюда, правильно, Пашков, Никита. И мягкая передача! Да что ж это за удар такой у Рената Гараева? Ой, момент, вот посмотрите. И что? Что еще нужно? Гараев очень состоятельный футболист. Игрок так-так-так-так. Ну что, Малолетов? Сюда на Артемия Гурова. Что, Артемий, передача кому ты? Так, ну, вроде бы нормально все было. Не получился у Пашкова удар. Ну, если по замыслу Артемий это все делал. Да, судя по всему, это так. Нет, все. Сильно вперед. На Малолетова, да? Нет. На подборе. Артемий Гуров. Артемий, ну давай, разгоняй атаку. А вот и конец свисточек. Артемий Гуров на себя игру взял, партнеров не видит. Ну, не будем на такой ноте заканчивать. Мы им этот вполне соответствует, наверное, ничейному результату. Не смогли в свою пользу обратить большинство футболисты Кубани.